Маммограф экспертного класса теперь на вооружении городской больницы имени архиепископа Луки. Новый аппарат, как уверяют специалисты, единственный в своем роде в Тамбовской области, приобрели в канун Нового года. Фонд обязательного медицинского страхования выделил на эти цели более 10 миллионов рублей. Этот маммограф позволит проводить сложные исследования с высокой точностью результата за счет цифрового детектора. У него понятный интерфейс, так что разобраться, как он работает, лаборантам не составило труда. Аппаратный комплекс под названием «Омикрон» пришел на смену прежней модели, которую эксплуатировали с 92 года. У старого маммографа вышла из строя рентгеновская трубка. Тот снимок, он стационарен, понимаете? То есть, а здесь снимок на экране вы можете увеличить, какое-то место определенное вырезать оттуда, померить размеры. Там есть какая-то там зернистость, еще что-то. То есть уже чисто врачебные моменты с высокой точностью. На том аппарате этого сделать было невозможно.